Бонечка, читаем твою историю болезни. Так, значит, история болезни. Около часа назад напал на ротвейлера, поцарапал ему морду. Сорвал когти и вырвал один коготь, когда полз по шахте. До этого случая жалоб на здоровье не было. Это ты, да, Боня, это ты по шахте полез. Диагноз. Травма когтей на всех конечностях. Около 3 когтей сорвано из зоны роста. Коготь на четвертом пальце оторван, но еще висит на части кожи. Травма когтя. Дифференциальный диагноз – перелом когтевой фаланги. Прогноз благоприятный. Вот, Бонечка, драка с ротвейлером, да? Твоя история болезни. Тимузёй кошлётки.